Это игра. Феюдал Алой. Про рыбок в теле рыцарей. Про рыцарей с мозгом рыбок. О чем ты об этом? Ну, вроде как платформер, вот. Короче, рыбки, новая игра, погнали. Ату was just your average farmer robot who lived at the edge of a small village. He'd spent his entire life taking care of retired veteran robots. He oiled their rusty bodies using sunflower oil, which was made from sunflowers that he had grown himself. The job wasn't an easy one, but it was immensely fulfilling for him to provide a useful service to others. His job gave him the opportunity to hear lots of interesting stories from the elderly robots. They told him of how they had spent their lives traveling to faraway countries and had fought in many significant battles throughout history. Atu had always wanted to travel too, but his plans always came crashing down around him before he had even gotten started. Atu also knew only too well how dangerous the creatures in the local surrounding woods were. So why would he risk traveling beyond the boundary of his home village? Then, one quiet summer's afternoon, the village was suddenly ransacked by a gang of robot bandits. They stole all of the vitally important oil supplies he needed to care for the retired robots, as well as valuables from local residents. Atu was concerned and didn't really know what to do, but he had a strong feeling that he had a responsibility to help the other villagers and decided to bravely go against his gut and venture into the dangerous woods. He borrowed a rusty sword from one of the elderly robots and set off on a mission to reclaim the stolen oil that the villagers so desperately needed to survive. The best clandestine escape route that Atu could think of was traveling through the interconnected cellars underneath the village, which were designed to protect people from enemy attacks during wartime. Я надеюсь, вы увидели бандитов. Боже, это было шикарно. Вот эта вот оса, которая с рыбкой внутри, бандитская. Блин, ну это просто какая-то дичь, по-моему. Короче, там за мной... Вот тут. Рыбка. И потом вот такая вот фигня со стрелочками, типа давление. И когда я много прыгаю и бьюсь, она вот перегревается, что ли? Перегревается. Я много дерусь, она перегревается. Почему здесь так много сосисок? Зачем роботам сосиски? Я еще не начала играть, у меня уже очень много вопросов к этой игре. У нас есть прыжок. Прыжок, я сказала. Атака. И что? И пока все, наверное... Геймпад и что-то типа настроек, наверное, то, что я пока не шарю. Ну ладно. Ладно, го. Мне уже страшно. Мы должны собирать колбасу и масло. Зачем роботам колбаса? Нет, ладно роботам. Ладно рыцарям. Рыбам зачем колбаса? Это странно. Ладно. А тут что? Оу. Поднимать надо. Да. Вы нашли масло. Оно источник вашей энергии, так что очень ценная находка. Чтобы выпить, нажмите кнопку «Использовать масло». Не та. Окей. А, вот у меня пополнилось. Вы опять не видите из-за меня нифига. Черт. Сместить игру, что ли? Короче, там опять надо мной, короче, все масло. У меня масло пополнилось. Жесть. Хилочки. Ну да, типа хилочки. Но это странно. Типа, в чем ваш концепт? А как мне залезть по лестнице? А, вот как я залезу. Спасибо. Меня ударило током в самом начале. Окей, допустим. А сюда нельзя? Пока все очень странно. Я поняла, что мне надо в деревне, вернее, пройти под деревней. Я рыбка-робот. Ура. Зачем я собираюсь сосиски, я не знаю. Пока очень странно. Воу. А, я перегрелась.
Я очень сильно перегрелась. Так, а как мне не перегреваться? Мне что надо сделать? Уйти отсюда? Залить это чем-то? Ну вот, сейчас я остываю. Мне надо там пробежать надо было или что? Нарисовано прикольно. Ну да, нарисовано отлично, даже не буду это спорить. Первые 5 минут все прикольно, пока не приходит знание, что так будет в игру. Ну, хуйню, как говорится. Ладно, я вернусь, я перегреваюсь. Из-за того, что я перегреваюсь, я так поняла, я не могу драться. Я же надеюсь, я не умру. Или умру. Наверное, нет. Че, вверх? Там было наверх написано. Я не могу драться, я перегрета. Ну, я не могу ничего использовать. Ну ладно, фиг с вами. Но масло у меня типа нормально. Пока врагов не видела, кстати. Вода, наверное, да? А вы нашли охлаждающую жидкость. Она может снизить температуру вашего тела. Чтобы выпить, нажмите кнопку «Использовать охлаждающую жидкость». Окей, поняла. Да что с ним не так? Заморозилась я. Крутяк. Ну хорошо. Значит, возвращаемся. Такой, не. Блин, я уже перегрелась. Так быстро? Так мне никаких жидкостей не хватит. Простите, конечно. Колбасы ваши, масло это соберу, а вот выход найти вряд ли смогу. О, я могу вверх. Норм. Сейчас выйду, даже не умру, наверное. Вот в игре вообще можно умереть? Как все очень даже миленько. Но нарисовано клево, кстати. Ой, я могу не перегреваться, бегать не перегреваться. Классно. Мне кажется, это динамит. Почему он красный? Ну ладно. Так, а что у меня с маслом? Типа, это мое просто здоровье? Мне надо, наверное, выпить масло, потому что у меня мало здоровья. Буду стараться это контролировать. Я таки не поняла, почему мы рыбка в теле этого рыцаря. Рыцаря-робота. Ой. Вышли на уличку. Какие милые деревья. Слушайте, художнику прям 5+. Молодец, пацан. Пацан, мне кажется, это просто один человек сделал. Это вот зачем сделали? Тут какая-то секретка? Нет? Это просто недостроенный мост? Окей. Ну, пацан молодец, который рисовал. А, может, это фигня? Ой, там кто-то есть. А я не пойду туда. Почему? Делать нечего. Пройду мимо. Блин, какие-то дикости начинаются. Я не понимаю, что мне делать. Наверх? Да, я могу допрыгнуть. А это могилка справа? Что это? Какой-то могильный камень с зеленой шапочкой. А это враги? А, там деньги были. Ну, деньги, да, деньги хорошо. Ну-ка. Я поняла, что это враги, они жужжат противно. Хобана. Пока у меня на геймпаде 2 кнопки, я справляюсь. В принципе, все логично. Ой. Это просто переключатель? Это не могилка? Во врагах тоже рыбки? Блин, я не заметила, надо посмотреть. Я как-то не обратила внимания, я же слепая. Блин. Капец, обидно. Могила шляпа на мне как раз. Окей. Какие-то у них странные перемещения по уровню, ну ладно. Так а где враги? А вот враги. Да, точно там рыбка. О, я только сейчас заметила, или только сейчас это появилось. На переднем фоне, смотрите, трупики, где рыбок нету. Вы видите это? Блин, тут мышки нету, я бы вам показала. Я бы вам потыкала, но это тоже не работает. Короче, внизу. Внизу, вот прям там, где я. А вот сейчас. Блин, как-то обидно рыбок убивать. Вот. Этот прям защищался, который вот подо мной сейчас. У него прям щит в стрелах. Так там сзади куча всех убитых. Где я? Помогите. Да это не фонит, это враг был. Это был враг, он типа шипел или что. Я не могу понять. Блин, да там целое кладбище сзади. Я же не видела. Черт. Мне это не нравится. Ой, у меня же нет двойного прыжка. Эй. Человек, который недавно играл в Ори, не понимает, что как бы, в некоторых играх нельзя сначала прыгать нормально. Блин, не нравятся мне эти звуки. И... Подожди. Куда все падает?
Блин, какое-то кладбище залезло. И тут такие враги, но пока совсем не страшно, пока детские, я бы сказала. Ну давай. Вот, залезла. Подождите, а чего? Я не хочу туда, подожди. Выйди и зайди нормально, блин. Там же снизу еще что-то было, ну. Чуть я туда не сходила. Блин, враги тяжелящие. Если бы мне, в принципе, детство дали такую игру, мне бы, наверное, очень понравилось. Не то чтобы я сильно взрослая, вы же помните, что мне 16 или сколько-то лет. Это все нормально, но тем не менее, вот чуть-чуть бы ее пораньше, возможно, было бы. Забудьте все, что я сказала. Меня полностью устраивает концепт этой игры и деньги, которые мне дают. Какой-то секретный ход нашла, смотрите. Видите, у вас это вообще молодец. Не, ну деньги это всегда хорошо. Я рыба, которая собирает деньги, чего-то нет. Интересно, они исчезают со временем? Я, конечно, не хочу рисковать и проверять, поэтому... Ой, еще один враги. Ты жуки. По-моему, раз оно мигает, оно исчезает. У меня такое ощущение. Знаете, кого мне напоминают вот эти вот штуки? Они мне напоминают... Ой, не Энди. Блин, короче, из истории игрушек. Там в первой части мальчик, который выкрал игрушки, он делал жуткие эксперименты над своими тойсами. И вот он сделал, помните, такую башку на таких ножках? Было противненько. Ну, короче, вот. Тихо, цены. Короче, ужасно противное. Мне немножко неловко за то, что мы убиваем, типа, рыбок. Это рыбки-бандиты? Пожалуйста, скажите, что это рыбки-бандиты, иначе я буду неловко чувствовать. И, типа, враги, они не атакуют. Ой, все, я довольная. Блин, оно, по-моему, сейчас исчезнет. Нет, не исчезай. Не исчезай, нет. Все нормально. Сколько у меня там денег? 730? Это вот там? Блин, там, что ли? Справа вверху 730. А, у меня две банки масла, 8 воды и 730. А что я могу на эти деньги купить? А ты играла в Half-Life? Я не играла, но я видела, короче, как играют. Мне из нее хэдкрабов напомнили. А, помню, но жуткие противные какие-то. Вот. Не играла в Half-Life? Я похожа на человека, который может играть в Half-Life, даже если она старая и пиксельная, и там такая графика, типа, не страшная. Ну нет. Я не буду в это играть. Я не буду. Там страшно, темно, мрачно. И стрелять надо. И бороться за жизнь. Алло, я играю в рыбок, которые мультяшные и типа, ура. Чего я стою? Враги. Я читала про Half-Life, что там есть какой-то ужасный коридор, который все боятся проходить. Но я не знаю, это правда или нет, я его не видела. Может, даже во второй части. Так, мы вернулись на это кладбище. Не, ну это ужасно. Слушайте, враги резнулись. Может, здесь были и их не было. В смысле, мы всех победили. А что они мне дают? Они мне дают только деньги, да? Иногда выпадает вода или еще что-то, масло, да? Ну ладно. Ой, деревушки. Интересно, ты так и планировалось, типа, настолько легко в самом начале? Что это? Что и? Ну, сделай что-нибудь. Ну, что и? Что это? Это же какая-то масло-штука, да? Может, я просто не трогать? Уйти, и ладно. Ну, сделай что-нибудь. Ну, не хочешь, как хочешь. Поприседала и ушла. А если я спрыгну? Никакого урона, смотрите. Я бессмертная. А как эти штуки пробить? Это... я могла там тоже вначале спрыгнуть. Едить, а я как-то не додумалась. Блин, ты что-то столько много трупов. Я не могу это разбить. Судя по всему, нет. Ну ладно. Видимо, не мой час. Это сохранка? Судя по дискете, это сохранка. Короче, мы сохранились.
Блин, ужасный такой звук. В плане, что он там жрет? Я могу зайти в шатер? Ой, здравствуйте. Я поняла, зачем нам деньги, но я не понимаю, почему надо мной мертвая птица в клетке. Это как-то жутко. А у него что, хомяк? Смотрите, у меня не рыбка, у него хомяк. Блин, что за дичь? Ну, здравствуйте. Воу. И-и-и. Масленка, пробирка с жидкостью. Петарда. Класс, для русских детей. Бомба Молотова. Бронзовые руки крестьянина. Что? Бронзовый корпус крестьянина. А, тут, короче, можно переодеваться, я поняла. Маленькая шоковая бомба. А у меня всего 770. А можно что-нибудь купить? 1600. Вот эти ноги Буратино 1600. Деревенские ноги деревенские ноги деревенского жителя. Нормально. Железные ноги деревенского жителя. Скорость охлаждения броня. Я бомж, у меня нет на это денег. Обыкновенный медный корпус. Ага, обыкновенный. Он смотрится лучше, чем Буратино сверху. Обыкновенные медные ноги. Ой, какие-то они страшные. Смотрите, на коленках такое ощущение, что какие-то морды орут. Рущие морды на коленках. Ужас. Здрасте, руки, я хочу. Простые стальные руки, отлично. Мне не нравится, 1590, надо на них накопить. Простой стальной корпус, ну, такой. Это что, булава из мятого железа? Она похожа на пироженку. Нет, серьезно. Она похожа на пироженку. Бронзовая тишина. Ла-ла-ла. Так а что так дорого? Я, в смысле, прошла до этой лавки, и ничего не могу себе сейчас купить, хотя я, походу, убивала нормально врагов. Наверное, надо копить. Ну ладно, у меня, короче, ничего нет. Ну, хомяк. Ну ладно, и птицу свою почини. Господи. А это что, тренироваться? Я сейчас перегреюсь. Да. Потренировались, изи. Хей-хоу, на связи Facet Mark. Огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось и вы хотите поддержать меня, то подпишитесь на канал. Всем спасибо, всех люблю и до встречи в следующем ролике.